Командные соревнования по пляжному волейболу стали частью спартакиады в Неве 2024. Групповые, полуфинальные и финальные розыгрыши прошли в течение 2 дней на волейбольной площадке стадиона «Авангард». Целью турнира было сплочение спортсменов из разных коллективов, а также выявление команд для участия в отборочном этапе «Атомиады-2025». Участвуют у нас 10 КФК, это подразделение РФС НЕФ, работники. Соревнования проходят в рамках спартакиады. 2-2. Сейчас у нас на первой площадке идет борьба за 3-е место. А позже будет финал. На второй площадке играют за места с 5-е по 8-е. С 9-10 места уже сыграли. В спортивной секции в НЕФ по волейболу постоянно тренируются около 20-30 человек. Спортсмены участвуют как во внутренних городских соревнованиях, так и в выездных турнирах регионального и всероссийского уровня. Многие ребята ездят на областные соревнования. Вот буквально вчера у нас пара Юдин Наследников ездила на соревнования в Гусь-Хрустальный. Они там заняли 6-е место из 25 команд. То есть у нас очень много игроков и девочек, кстати, ездят на областные соревнования. Пляжный волейбол, я считаю, что очень хорошо развивается в городе. Не только в РФС, но и в городе. В этом году при поддержке руководства РФЦ НЕФ секция волейбола смогла улучшить существующие волейбольные площадки. В ближайшем будущем также планируется создание новых спортивных точек. У нас появилась вторая площадка, отвечающая всем требованиям и стандартам. Мы сюда закупили дорогой песок, организовали по всем правилам чашу, чтобы песок потом не разъезжался. В дальнейшем, я думаю, что у нас на Боровом появятся 2 площадки, сейчас там ведутся работы. В финальный день соревнований команды разыграли медали, а также 5-е и 8-е места. Дух здорового соперничества и взаимной поддержки позволил спортсменам получить удовольствие от игры и поставить перед собой новые цели. Выступили даже выше своих ожиданий. В достойной борьбе уступили, не сожалеем. Будем тренироваться дальше. Очень радует, что у нас появилась такая база классная для пляжного волейбола. Спасибо большое Федерации волейбола в Сарове. В следующем году Атомиада летняя, и там пляжный волейбол как один из видов спорта. Поэтому нужно тренироваться, чтобы наш город, наше предприятие в НЕФ представить достойно. Всего за время турнира было сыграно более 20 матчей. Среди лидеров по итогам соревнований оказались команды «Старт», «Вымпел», «Буревестник» и «Квант». Во время матчей участников активно поддерживали родные и друзья. По итогам соревнований были сформированы новые команды и определены сильнейшие спортсмены для участия в дальнейших первенствах. Анна Разуваева, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».